Так, друзья мои, всем привет! Мы с вами идем в такой магазин. Видите, он называется Simons. И в нем сейчас распродажи. Вот он написано. Вот так. И мы с вами иногда ходим в этот магазин. Это наш канадский магазин. Из французской Канады, из Квебека. И у нас в Онтарио он тоже имеется. Ой, что я пол снимаю вам? Интересно. Я просто... Так, здесь, конечно, полно распродажи, но мы давайте пойдем сегодня. Доели эти распродажи, все равно всякое барахло на них уже осталось, ничего хорошего не осталось, хотя здесь немножко другой ассортимент, в отличие от всех остальных магазинов. Здесь, кстати, ассортимент очень неплохой. И цены тоже довольно такие, знаете, приятные на некоторые вещи. Иногда можно... Есть дорогие вещи, есть такие подешевле, есть, в общем-то, ну, типа масс-маркет. Да я здесь снимала много раз. Вот, посмотрите, свадебное платье почти что за $180. Посмотрите, какие же оборки. А вот красивая зеленая, правда? Это ведь тоже вечернее какое. Но мы такое примерять не будем. Кстати, я помню, что в какой-то момент они выходят на распродажу и становятся довольно дешевыми. Так, смотрите, здесь уже куртки, пальто, куртки-дутики, всякие пальто, вот такие вот полупальто разных цветов. Короче, здесь есть довольно дорогие бренды, такие типа Босс, там еще что-то. Сейчас пойдем посмотрим. Красивое платье, кстати, вязаная лапша, $240. Ну, в общем, короче, здесь есть вещи очень дорогие, а есть не очень дорогие. На распродаже, в принципе, здесь можно купить довольно дешево. Но дорогие вещи здесь, конечно, нельзя купить дешево. Все равно. Вот смотрите, кожаная куртка $350. Это, кстати, недорого для кожи. Это же натуральная кожа. Да, я даже чувствую, пахнет. Обычная совершенно очень такая базовая курточка. $350. Хорошая кожа, мягкая, лайка такая настоящая. Ну, такой скучный фасон, но кожа... Кожа натуральная, сейчас это, в принципе, довольно трудно найти. Не так, чтобы уж везде это есть. Во всяком случае, все как-то виган, там какая-то органическая кожа, какая угодно это называется. Так, вот здесь тоже много распродажи, много сейлов. Не буду, не хочу. Пойдем искать что-то, чтобы... Не хочу людей снимать, они не очень любят. Пойдем искать что-нибудь интересное, красивое, дорогое. Ну вот смотрите, вот Hugo Boss, например, здесь есть отдел. Платье черное. $445. Вот такое вот базовое черное платье, ничего особенного. Тоже всякие куртки, пиджаки, жакеты. Вот Boss платье. Ну, в общем, вот здесь вот уже начинается дорогое. У них очень все, что $850 пиджак. Но это Пол Смит. Это очень дорогая компания, американская. Вот Босс платье, например, черное за $695. Видите, какие здесь прицеплены прямо меры безопасности и охраны. Все вот эти дорогие Гани, это тоже дорогой бренд. Сколько они стоят, не вижу, ну неважно. Все, видите, здесь тоже все эти проводки. Я вообще боюсь их трогать. Ну потому что, вот, допустим, 345 евро, это тоже Гани кофта. А сколько они стоят у нас, я не знаю. Красивый, кстати, кардиган. Стоят они у нас 450, наша канадская цена. В общем, вот, красивые, видите, вот, например, вот такой пиджак. Очень красивого голубого цвета. $545. Вот такой вот бренд. Или вот такое вот платье тоже. Видите, оно... Я не буду его трогать, но посмотрите, какое оно красивое. Такой градуированный цвет. Причем с оранжевого, с зеленый, да. И такая ткань. Видите, вот такая прищепка прицеплена. Чтобы не спер кто. А то ходят тут всякие, понимаешь. Вот. Вот это все тоже с этими прищепками. $725 жакет. Какой джинсовый симпатичный сарафанчик за... Не сарафанчик, вернее, платье. За...
Вот этот вот бренд Гоя, что-то такое. За 295. Можно сказать, что и даром. Хорошенький. Смотрите, какое симпотное платьице. Так. Красивый. Вот красивый, смотрите, красивый жакет. Вот он на распродаже. Он стоил 825, сейчас 499. $500. Вот такой вот в клеточку. Вот рядом тоже зеленый, тоже фирмы. Красивый. А вот это, наверное, да, Маримека здесь бывает у нас. Бренд 425, который в Канаде никто не знает. Но, тем не менее, вот видите, проплывают эти цветочки Маримека, кофты, юбки. Это тоже, я так понимаю, Маримека черная только. Смотрите, Маримека немножко поменяла свой дизайн и сделала черное платье. Просто цветы эти вышиты, не нарисованы, а вышиты. Вот это, правда, красиво. Очень красиво, такое большое черное платье. Есть вот пальто Маримека. Видите, с цветами. С этими с цветами они еле видны, но они есть. Ну, в общем, вот здесь вот люксовый отдел. А, вы знаете, это украшение Vivienne Westwood. Вот это вот ее известное, вот видите, Vivienne Westwood. Это известный ее дизайн. Вот это вот с короной, с Сатурном, как бы кольца Сатурна. Значит, вот, например, $330 стоит вот этот браслет. $395 стоит вот эти двойное ожерелье. Сейчас я его приближу, чтобы вы видели. Вот видите, какое. И вот это стоит 350. Это такая нитка жемчуга. И внизу, вот, видите, вот такой вот. В общем, это известный, очень известный дизайн. Vivienne Westwood. Это очень такая, ну, известная фирма. Дорогая, красиво сделана. Сумочка Жакмю за 1245, Акне Студио за 1350, и вот это кто, я даже не знаю, за 2795 было, а сейчас 1599. Вот такой вот мешок с красивыми пряжками, я даже не могу понять, что это за... Такой знаток люкса, что я даже не могу понять, что это за бренд. Ну и тут вот тоже всякие. Очень... Здесь популярно всегда была, был бренд Self Portrait. Всегда находились платья. Вот, по-моему, это он. Они такие, знаете, 385. Нет, Тед Бейкер. Ну, красенько, конечно, но... Так, сумки. Это Dynamite. G.W. Anderson сумка, и вот это тоже не знаю кто. И вот это вот мне знакомо вот с такими вот, знаете, ромбиками, но я не помню название. В общем, здесь тоже много всяких дорогих платьев. На них вот сейчас дизайнер сейл, 50% скидка. Видите, вот они всего даже, например, смотрите, 99. Стоило 295, сейчас 99. Сотня. Посмотрите, какое платье. Давайте посмотрим. Я не знаю, что это за бренд. Вот так вот он называется. Ну, обычное такое. Совершенно обычное платье. Что за размер, даже я не пойму. Ну, видите, здесь уже... Вон Маримека на распродаже. Экстра ларж. Но здесь, видите, уже цены. 199 вместо 285. 299 вместо 425. Ну, в общем, короче, это дизайнерские вещи на распродаже, но вот самое дешевое, что я нашла, по-моему, за сотню. Вот это вот платье. Может, здесь померить. Раз хоть что-то возьмем. 250. В общем, короче. Вот бархатное что-то в горошек. Было 2195, сейчас 499. А что это такое, что оно так с бантом? Херня какая-то, бархатная в горошек с бантом. Простите меня. Простите мой французский. Так, вот какой-то бренд Farm. Вот такое вот, смотрите, действительно, прям такое платьице фермерши. Оно не на сейле, оно стоит $295. Здесь много таких платьев. А вы знаете, они такие красивые. Давайте, вот какой-то бренд Farm. А, они тоже все на этих прищепках прицеплены, господи. Короче, девочки, в общем, вы поняли.
Здесь много, 4,45, здесь много чего интересного. Вот уже пальто висит. Смотрите, какое платьице симпатичное. Оно все вязаное такое вот, тоже из дорогих. Вязаное, трикотажное под Шанель. И посмотрите, какие в нем, я даже не знаю, это пуговицы или брошки. Они все разные. Ну, красиво, правда? Видите, это кнопочки такие. Симпатично, правда? Очень мило. Вот такое. Ну, на меня оно не налезет. Вот я его нашла. Это бренд Self Portrait, про который я вам говорила. Это $595 он стоит. Видите, какое милое. Вот они все вот такие вот кружавчики, пуговички. И вот такой вот 395 джинсовый сарафанчик вот с такими вот тоже пуговичками. Очень мило, такой девичий. Вот такие вот кружева, кружавчики. Ну, Self Portrait известен вот именно своим вот таким кружевной. Я что-нибудь найду. Постараюсь найти что-то, что не прицеплено этими прищепками, чтобы не травмировать продавцов, не звать их, не кричать, чтобы они пришли, меня отстегнули эту вещь. Найду что-нибудь такое, что, ну, без этого обойдусь. Без того, чтобы кого-то беспокоить. Все, пойду в примерочную, пойду искать, что это примерять себе. Девочки, мы в примерочной. Я очень люблю здесь примерочные. Они очень маленькие. То есть не разбежишься далеко. Здесь есть второе зеркало, которое вот так можно себя тоже снимать. Может быть, я так и буду. Просто получается, что моя спина отражается в мою вперед мой здесь, спина моя там. Это как-то очень странно и не нравится вот это все, поэтому я буду стараться себя снимать в этом зеркале. Ну или будет несколько вертикальных кадров. Так, мы принесли 4 платья из дорогих. Сегодня пойдем по люксу, так называемому, как будто бы люкс. Это даже не близко не люкс. Но при наших ценах, как бы, вот у нас такие цены на не люкс. Можете себе представить, какие у нас цены на люкс. На мне все старье. Юбка из, кстати, Uniqlo. Когда-то в Uniqlo были вот такие вот юбки. Это JW Anderson коллаборация. Кофточка, не помню, какая-то маечка откуда. Пояс. В общем, бронзулетки. Что-то такое у меня здесь висит, жемчуга. В общем, короче, шлепанцы красные. В общем, я сегодня такая девушка колхозная, крестьянская. Давайте будем примерять. У нас красивое платье, и их совсем немного, поэтому примерка будет недолгой. Но, надеюсь, интересный. Так, джинсовое платье. Я вам его снимала в зале. Оно красивое, но у него странный фасон. Вот здесь вот как оно должно держаться на плечах. Это медиум. И вот здесь вот оно мне нормально в ширину. Но очень вот здесь прямо... В общем, мне не хватает плечей, потому что у нас с моих плечей оно просто будет сваливаться вот так. То есть здесь такие маленькие плечики. Очень странный фасон, но красивый. Красивый рукав, интересно прострочено, карманчики. В общем, тут вот так прострочено, здесь так, здесь так. Оно довольно дорогое. В нем есть сзади замок, я надела его, без, не расстегивая замок. В общем, вы видите, да? Вот так, я вам покажу его полностью. Во весь рост. Раз меня нельзя снять, раз некуда отойти мне далеко, значит, будем без лица. Вот так. Красивое платье, джинса, очень симпатичное, но странный фасон. Хотя вот так вот я стою, вроде не падает. Может, оно так скроено, что оно и не будет падать. Но мне бы плечей чуть-чуть, и оно прям хорошо село, а так оно не очень. Но вообще очень красивое. Красивый цвет джинсы, очень красиво сделано. Так, девочки, значит, платье джинсовое бренда. Вот так, ой, нет, вот так, не так, а вот так, простите. Нет, лучше здесь. Стайн Гоя. Размер медиум. Странное какое-то. Никогда не слышала. Интересно. Цены нету. Нет. Короче, цена здесь, в магазине Simons, $295. Это размер медиум. И оно очень-очень симпатично сделано. Красивая прострочка. Очень так интересно сделаны эти плечи. Но, как я уже и сказала, они... Мне кажется, будут с меня падать. Сзади тоже. В общем-то, просто замочек. Замочек с названием бренда. И вот так вот они прострочены красиво. Просто вот так выстрочены. И все. Широкий рукав. Платье очень красивое. Но странный фасон, который мне не подходит. Мне плеч не хватает. Так,
Это платье самое дешевое, оно мне мало, я не смогла застегнуться, и вот тут вот оно мне жмет, со всех сторон жмет. Оно было дорогое, сейчас оно стоит $100, большой такой вырез, красивый рукав. Если я еще на 5 кило скину, то оно мне будет хорошо. Обычная совершенно вот такая вот юбка. Ой, господи, сейчас подниму. Упало у меня джинсовое платье. Короче, мне надо немножко схуднуть в него, но ничего особенного. Вот такая вот юбка. Даже совсем какой-то старомодный, тоже вырез огромный, рукава. Ну, в общем, не знаю, чего сделано. Я в этих размерах, я здесь никогда этого люкса не покупаю, поэтому размеров этих не знаю. Взяла, что было, размер какой-то смол. И смол, он смол и есть. Маловато будет. Так, 53 ацетат, 47 вискоза. Вот так вот называется Эдиту для Симонс. Для Саймонс, вернее, вот так называется. Это какой-то бренд, который делает вещи специально для этого магазина. Значит, стоило 295, сейчас стоит 99. $100. Дешевое, но размер смол, и оно мне мало. Хороший состав, абсолютно обыкновенный фасон. Ничего такого особенного в нем нет. Скромный, классический, синий, старомодный, неинтересный. Так, очень симпатичное платье. Это компания Ted Baker. У него здесь вот сверху вот так вот немножко сзади бантик, здесь такое горлышко, здесь такие слезки прорезанные. И оно коротенькое, чуть выше колена, клешная юбочка, карманчик, красивая расцветка. Я думаю, что какой-то хороший состав, потому что оно очень приятное на ощупь. А может оказаться, что синтетика, девочки, я уже ничему не удивлюсь. В общем, красивый такой манжет, рукав. И вот такое вот платье. Сказать, что мне оно нравится, что как оно на мне сидит. И вообще, что оно мне ужасно нравится, я не могу. Обычное платье, ничего особенного. Да, дорогое, да, симпатичное, но ну как бы. Ой, вы знаете что? Я немножко перевесила, потому что мне кажется, что меня. Мне на фоне этой стенки, просто на фоне этой вещей, которые здесь висят, не видно, что на мне надето. Вот так лучше, правда? Ну вот вы видите, да, платье милое, платье очень симпатичное. Ну ничего особенного, тоже карманчики. Ted Baker, это английская компания. Я не знаю, слышали вы или нет, но это довольно дорогая компания. Платье красивое, хорошее. Так, стоило оно $375, и сейчас на распродаже оно стоит 199 200. Если вы думаете, что за такие деньги вам продадут шелк или хотя бы вискозу, то нет, 100% переработанный полиэстер. У меня нет проблемы с полиэстером, но когда продают полиэстер в Заре за 50 или в H&M за 40, а здесь за 300, почти за $400, у меня с этим есть проблема. Так, сзади бантик. В принципе, платье симпатичное. Оно сделано вот так вот, вырезано. Значит, ткань красивая. Здесь резинка в центре, все на подкладке. Вот такое вот платье. Оно действительно симпатичное, но за такие деньги покупать полиэстер как-то не очень. Хотя, в принципе, ну, опять же, я повторюсь, у меня с полиэстером нет проблем. Я прекрасно ношу полиэстер, я его даже люблю. Ткань очень тонкая, такая дышащая, явно такая легкая, совершенно понятно, что в ней не будет уж так жарко. Да, тем более, это платье не носят на жару, это такое немножко вечернее выходное платьице, да. Но как-то просто, что ну, за такие деньги уж могли бы как-то немножко хотя бы вид сделать, что это какая-то вискоза, да? Могли бы, но не захотели. А, да, это Ted Baker, я не помню, я сказала или нет. Вот он. А, и размер тройка. Я этих размеров не знаю. Вот Ted Baker. Лондон, сделано в Китае. Размер третий. Размеров этих я не понимаю. Ну, третий, в принципе, мне нравится. Так, смотрите, вот это действительно очень красивое платье. Оно мне действительно очень-очень нравится. Оно прекрасно сделано. Это тоже Ted Baker, причем это размер двойка. Вот этот был третий, и он мне был так впритык. А эта двойка, и она мне, в принципе, ну, так спокойно налезла. Очень красиво сделано. Здесь такая ткань немножко прозрачная. Очень красивый рукав. Посмотрите, какой рукав красивый. Видите? И такой красивый лиф, красивая юбка, отрезанная здесь, расклешенная.
внизу. Очень красиво сделано. Не знаю, что за ткань. Похоже на какой-то раме или на что-то такое. Но я не уверена, потому что... не знаю, посмотрим. Я насчет этого платья тоже думала, что оно какое-то синтетическое. Не какое-то там типа шелка, оно совсем даже наоборот синтетика. Посмотрим, что за состав. Ну, конечно, покупать я его не буду. Он стоит 400 с чем-то долларов. Конечно, это красивое платье, но... Ну, да. Сзади у него спинка такая открытая. Как раз я вам потом покажу на вешалке, как раз до правильного места, вот там, где как раз кончается, вернее, начинается бюстгальтер, то есть спина открыта как раз до того места, где лифчик. В общем, платье, конечно, очень красивое, очень красиво делает фигуру. Давайте вот так я сниму, чтобы вы поняли, что это за красота. Вот это единственное, которое мне действительно нравится из всех, которые я примеряла, потому что оно действительно... Очень красивое платье. Ну, оно такое вечернее, нарядное, конечно. Я даже вот так, в таком формате не могу себе в полный рост показать. Представляете? Так, состав. 76 лиоцел, остальное полиэстер и подкладка полностью полиэстер. Стоит оно 425 долларов, это размер 2. И это тоже бренд Ted Baker. Это я вам показываю спинку. Вот так вот сзади она завязывается на такую завязочку. И вот так вот у него открытая спина. Красивая, очень вырезанная спина. И как раз вот здесь вот начинается бюстгальтер. То есть видна только ваша спина, бюстгальтер не видит. Посмотрите, как на мне, наверное, было плохо видно. Вот так оно красиво очень сделано. Сзади. И также очень красиво оно сделано спереди. Вот здесь вот нет подкладки. Подкладка есть только под частью, которая идет от лифа. Такие же прозрачные собраны рукава. И вот так вот красиво очень сделана юбка. Мне действительно очень нравится это платье, но за 425 долларов, конечно, покупать его это безумие. Даже если бы мне очень надо было что-то такое нарядное, ну, я бы нашла подешевле, девочки. Ну, конечно, хорошего качества ткани для цел, ну, знаете, тоже там не шелк и не какой-то там, я не знаю. Вот такая вот приятная. Красивое платье. Ну, слушайте, ну, цена безумная, я считаю. Ну что, девочки, такие у нас были примерки сегодня. Коротенькое видео, наверное, получится, потому что вещей немного. Примерочная маленькая, неудобная. Единственное, что здесь очень прикольные обои на стене. Мне всегда это очень нравится. И вот такая же красивая, прикольная зеленая дверь. Значит, после всех масс-маркетов я решила пойти в магазин подороже. Как вы видите, здесь тоже, ну, как бы есть вещи ничего, но тоже надо все мерить. Размеры какие-то непонятные. Ткани синтетические, вещи некоторые. Вот одно платье реально, мне прям реально понравилось одно платье. Может быть, я не выбирала. Но я правда уже так старалась выбрать что-то поинтереснее, посимпатичнее. И на вешалке эти вещи выглядели неплохо. На мне так себе не очень. Ну вот кроме вот этого черного платья, оно мне действительно подошло, но цена... Короче, я не миллионерша вообще ни разу. Я совершенно не собираюсь такие деньги тратить на шмотки. Все, надеюсь, что вам хоть чуть-чуть было интересно. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Бай-бай.